нас приезжает, когда год молился. А сейчас я приглашаю Матер Ола, самого мощного певца из Нижней Тёи, который живет в селе Аскиз. И ты, шеф, Рустам. А там же мужчины, Мудрова. Oh,
дело в том, что Рустам совершенно не говорит по-русски. Хорошо это или плохо с нами члены жюри. Казахстан, Умар, удачи им. Он действительно не знает русского языка. Один, пожалуйста.